Мы продолжаем обсуждать всякие истории, связанные с устойчивостью. Вообще, само в себе слово «устойчивость» в дифференциальных уравнениях имеет разные значения, связанные скорее так как-то концептуально, чем непосредственно математически. И в прошлый раз мы обсуждали понятие устойчивости положения равновесия. То есть мы говорили, что вот у нас бывают системы типа математического маятника, у него есть положение равновесия, которые оказываются там какие-то устойчивыми, какие-то неустойчивыми. И значит, это было какое-то свойство, которое касалось вот конкретной точки, конкретного положения равновесия, конкретной точки фазового пространства. Сегодня мы поговорим про такое несколько... У нас будет такой немножко более общий взгляд на системы, которые мы изучаем, нас будет интересовать как бы устойчивость системы в целом, устойчивость поведения системы в целом. Ну, давайте я... Собственно говоря, какая идея? Вот, когда мы изучаем какие-то дифференциальные уравнения, ну, с одной стороны, мы можем получать какие-то количественные ответы. Да, если мы, у нас есть дифференциальное уравнение, мы его решаем, мы получаем какое-то конкретное решение, какую-то конкретную функцию x от t. И после этого мы можем давать какие-то количественные ответы на вопросы про нашу систему. Например, там мы моделируем какой-нибудь рост популяции, и мы говорим, что вот если у нас в стартовый момент времени была популяция такого-то размера, то через 10 лет она будет иметь такой-то размер. У нас есть какой-то количественный результат. Но на самом деле цена этих количественных результатов, ценность этих количественных результатов не всегда высокая, потому что мы понимаем, что все наши модели, они на самом деле являются каким-то приближением к тем процессам, которые мы на самом деле изучаем. И очень многое зависит от того, какие допущения мы делаем, когда мы эти модели строим. И довольно часто мы просто никак не можем проверить эти допущения, верны они или нет. Ну, собственно говоря, чего далеко ходить, например, на первом году пандемии COVID, возможно, вы помните обсуждение в прессе по поводу Швеции, по поводу их стратегии борьбы с ковидом, когда они решили там не вводить никаких жестких ограничений. И в целом так у них в смысле ограничений все было максимально лайтово по сравнению с другими странами. И кажется, Imperial College в Лондоне выпускал какие-то совершенно апокалиптические прогнозы насчет того, что будет со Швецией, если она будет действовать, придерживаясь той политики, которую она выбрала. И несмотря на то, что, насколько я понимаю, сейчас вроде бы консенсусная идея о том, что Швеция немножко погорячилась со слишком таким свободным отношением к ограничениям, что нужно было вводить более жесткие ограничения. Вот. Но, тем не менее, те апокалиптические прогнозы, которые давались моделями исследователей, которые предсказывали там какие-то огромные цифры смертей, вот, они все-таки не оправдались. И что это означает? Ну, как бы понятно, что любые такие прогнозы, они делаются с помощью каких-то моделей. Эти модели всегда довольно грубые. И, в общем, не то чтобы они могут... Как бы ошибки, которые они могут давать, могут быть огромными. Так что тут в некотором смысле ничего удивительного. Поэтому можно сказать, что ценность этих моделей... она зачастую лежит не в области каких-то непосредственно количественных оценок, а в области каких-то качественных выводов о поведении системы. В случае с дифференциальными уравнениями у нас бывают всякие разные качественные утверждения про те системы, которые мы исследуем. Например, есть у системы положение равновесия или нет? Это какой-то качественный вопрос, на который вот можно ответить либо да, либо нет. Или, например, есть ли какой-нибудь предельный цикл устойчивый? Сейчас мы еще, кажется, не говорили про предельные циклы.
Но есть ли какой-то, значит, есть ли какой-то колебательный режим, к которому система будет стремиться или нет. В общем, существуют разные такие вопросы, в основном вопросы, касающиеся предельного поведения траекторий, а именно того, что будет происходить с системой, когда время будет стремиться к плюс бесконечности. И вот, по крайней мере, нам бы хотелось бы, чтобы, по крайней мере, даже если наши модели не дают точных количественных предсказаний, по крайней мере, нам бы хотелось бы, чтобы качественные предсказания были бы адекватными. И тут дальше возникает вопрос. Вот если нам дана какая-то система, она дает какое-то качественное предсказание, насколько мы можем этому предсказанию верить, понимая, что модель, которую мы изучаем, это не то же самое, что реальность, а нам все-таки хочется что-то сказать про реальность. И вот этими вот размышлениями навеяно математическая концепция, которая называется структурной устойчивостью, и про которую мы сегодня как раз и поговорим. Структурная устойчивость дифференциальных уравнений. Значит, в отличие от понятия устойчивости положения равновесия, которое мы обсуждали в прошлый раз, понятие структурной устойчивости относится не к какой-то конкретной траектории, не к какому-то конкретному там, положению равновесия или еще чему-то в этом роде. Она относится к системе в целом. Ну, давайте, прежде чем я буду формулировать какие-то определения, давайте рассмотрим какой-нибудь пример. Ну, давайте возьмем какую-нибудь простую систему, допустим, вот x точка равняется минус x. Что мы можем сказать про поведение этой системы на качественном уровне? Давайте, пусть у меня сейчас x одномерный. Такая простенькая система. Значит, какие качественные утверждения мы можем сделать про эту систему? Значит, качественные свойства этой системы. Так, давайте, какие? Можете назвать хотя бы одно свойство. У нее есть точка и точка. Есть там? Точка равновесия. Есть положение равновесия. Сколько их? Одна. Одно. Да, одно положение равновесия. Что вы про него можете сказать? Ну, оно устойчивое. Ну, оно устойчивое. Что вы можете сказать про остальные траектории, про траектории с остальными начальными условиями? Они все стремятся к положению равновесия. Все стремятся к этому положению равновесия. Угу. Да, отлично. Ну вот на самом деле мы, в общем-то, полностью описали, качественно описали динамику. Да, на картинке этому всему будет соответствовать вот такая вот картиночка. Значит, вот она, наше положение равновесия. В данном случае она находится в нуле. И, соответственно, вся динамика устроена вот так вот. Вот. А теперь давайте представим себе, что я хочу добавить к этому уравнению, давайте представим себе, что я хочу его как бы немножко пошевелить. То есть вот я говорю, что представьте себе, что моя настоящая динамика задается не в точности этим уравнением, а примерно этим уравнением. Ну, что это означает? Это означает, что правая часть отличается от, так сказать, правая часть настоящей системы отличается от правой части вот этой штуки
но на какую-то маленькую функцию. Значит, давайте вот мы рассматриваем эту систему 1. И давайте рассмотрим систему 2, которая будет устроена так. Значит, вот у нас y с точкой равняется минус y. Это то же самое, что у нас было. И мы добавляем еще какую-то небольшую функцию. Давайте я как-нибудь ее назову, пусть она называется w от y. Где w какая-то маленькая функция. И дальше я хочу задать вопрос. Какие свойств системы 1 сохраняются у системы 2? Значит, вот как правило, такая вот система 2 называется малым возмущением системы 1. Малость говорит нам, что вот это вот W – это какая-то маленькая функция. Ну, то есть на самом деле я хочу сделать какое-то такого типа утверждение, что я бы хотел бы сделать утверждение такое, что если W достаточно маленькое, то вот такие-то свойства сохраняются. То есть что если они были присущи вот этой системе, то они присущи вот этой системе. Вот. Давайте посмотрим, какие утверждения мы здесь можем сделать. Ну, понятно, что прежде чем отвечать на этот вопрос, нужно сказать, что мы вкладываем в слова о том, что W – это маленькая функция. Ну, давайте считать, что у нас есть какая-то константа эпсилон. Значит, пусть есть какой-то эпсилон больше нуля. Это как бы показатель того, насколько W – это маленькая штука. И пусть там для всех Y вещественных W от Y у нас все одномерно, можно просто модуль поставить меньше эпсилон. Давайте посмотрим, какие свойства сохранятся. Давайте, например, положим... Значит, пусть эпсилон, допустим, равняется 1/10. Да, какие свойства обязательно сохранятся? Значит, здесь можно нарисовать такую картинку, чтобы было бы более понятно, как про это думать. Значит, вот смотрите, вот у нас наша есть исходная система. Давайте я, может быть, сейчас пока что буду писать ту же самую переменную, что и раньше. Я здесь использовал переменную y, но давайте я сейчас хочу на картинках рисовать картинки на одной и той же оси, поэтому я буду использовать одну и ту же переменную. Вот. Значит, и давайте я построю здесь у меня x, а здесь у меня пусть будет правая часть v от x. И, соответственно, у меня есть две системы. Первая система исходная, у нее правая часть устроена вот так. Это v от x равняется минус x. А вторая система возмущенная, и у нее правая часть устроена как-то по-другому. Но вот мы знаем, что она как-то устроена, как-то проходит, по крайней мере, близко к вот этой штуке. Значит, вот это пусть будет v от x равняется минус x плюс w от x. Ну вот скажите мне, какие свойства уравнения 1 обязательно сохраняются в новой системе? Вот они, наши свойства. Ну, здесь, соответственно, есть положение равновесия. Угу. А почему? Значит, положение равновесия никуда не может деться. То есть вот оно было, и в новой системе оно тоже есть. А почему оно тоже есть? Потому что v от x пересекает ось ox, она в какой-то момент сторона 0, скорость.
Сейчас не понял. Значит, вот положение равновесия соответствует ситуации, когда у нас правая часть равна нулю. То есть, когда график правой части, как вот здесь он изображен, пересекает горизонтальную ось. Мы знаем, что исходное наше уравнение имеет положение равновесия вот здесь в нуле. Новое уравнение, возмущенное, оно может иметь положение равновесия не обязательно в нуле, а где-нибудь вот здесь. Но, тем не менее, не может такого быть, чтобы оно вообще бы не имело положение равновесия. Почему? Потому что в какой-то момент она будет больше нуля, в какой-то момент будет меньше нуля, и она должна считать ноль. Ну да, совершенно верно. Просто из соображений непрерывности и из соображений о том, что мы потребовали, чтобы у нас вот эта вот W от x была меньше, чем 1 десятая. То есть это означает, что у меня во всех точках вот это вот расстояние, вот такое расстояние, оно всегда меньше, чем 1 десятая. И понятно, что если я возьму, например, вот здесь вот точечку, где-нибудь вот здесь, скажем, в точке там минус 5, то здесь обязательно вот это вот мое новая правая часть. Давайте как-нибудь их тоже назову. Пусть вот эта штука будет W2, а вот это пусть будет W1. Значит, вот это вот V2, оно будет обязано, окажется обязательно положительным, ну, потому что просто оно будет типа минус 5 плюс минус 1 десятая. И оно будет здесь. И наоборот, вот где-то здесь, значит, эта штука находится где-то обязательно в отрицательной части, потому что она близка к отрицательному значению V1. И, значит, из соображений непрерывности по теореме о промежуточном значении обязательно 0 здесь будет где-то существовать. Значит, по крайней мере, вот это первое свойство о том, что есть положение равновесия, сохраняется. А остальные свойства? Но там не обязательно одно положение равновесия, поэтому про остальные свойства сказать ничего нельзя. Да, а как сделать так, чтобы было бы не одно положение равновесия? Надо, чтобы траектория пересекала несколько раз ноль. То есть Да, она. ну, да, на самом деле здесь можно представить себе, как это сделать. Нужно просто сделать вот такую вот картинку, которая будет вот здесь вот двигаться, 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 потом, например, она сделает вот так. Да, то есть у нас малиновая кривая, она близка к зеленой кривой. Можно добиться того, что расстояние между ними всегда меньше, чем 1 десятая. Но из-за того, что она вот здесь вблизи нуля делает такой резкий зигзаг, не отклоняясь далеко от зеленой кривой, тем не менее мы можем получить несколько положений равновесия у возмущенной системы. Ну и понятно, что даже если мы эпсилон уменьшим, даже если мы сделаем эпсилон не одну десятую, одну сотую, одну тысячу, одну миллионную, в общем, ничего тут особенно не изменится. Но надо сказать, что для того, чтобы вот это вот сделать, видите, нам пришлось сделать такой довольно резкий скачок у W. Да, она здесь убывала, убывала, а потом она вдруг резко стала возрастать, потом снова стала убывать. И, в общем, когда мы думаем про какие-то маленькие возмущения, возможно, что нам хочется не только ограничить, не только сказать, что вот эта вот возмущенная кривая должна проходить просто близко к вот этой зеленой, но еще чего-то хочется сказать про ее производные. Ну и на самом деле удается построить какую-то осмысленную науку. И если мы потребуем, чтобы W была бы маленькая не только в смысле своих просто абсолютных значений, но и чтобы у нее производная была маленькая. Да, значит, пусть теперь маленькость W означает что, например, для всех иксов норма, значит, модуль W маленький и норма производной тоже маленькая. Да, ну и давайте снова возьмем эпсилон 1 десятая и дальше зададим тот же вопрос.
Значит, давайте я еще раз нарисую картинку. Какие свойства сохраняются? Все еще существует половина равновесия. Угу. Значит, давайте смотреть. Вот моя исходная картинка, исходный график. И вот мой возмущенный график. Значит, ну, во-первых, понятно, что мы просто потребовали больше, поэтому те штуки, которые сохранялись, они продолжили сохраняться. Да, мы теперь требуем не только маленькости самой WSHки, но и маленькости ее производства. Хорошо, а что еще сохранится теперь? Значит, давайте я верну еще раз список свойств. Значит, вот это свойство сохраняется. Есть положение равновесия. А следующее свойство? Значит, может ли такое теперь быть, чтобы у нас было больше, чем одно положение равновесия у возмущенной системы? Ну, в целом кажется, что может. Но сложно сказать. Вообще вроде нет, потому что она будет строго убывать. Угу, да, смотрите. Значит, на самом деле нескольких особых точек здесь уже быть не может, потому что... Потому что действительно функция обязана просто убывать. Ну, давайте смотреть, значит, чего мы тут говорим. Мы говорим, что... Значит, v2 от x, который есть минус x плюс w от x. Да, если я от него просто производную возьму, то это будет... Что такое? Это будет минус единица плюс производная w-шки. Но при этом производная W-шки, она по модулю меньше, чем 1 десятая. Значит, она уж, по крайней мере, больше, чем минус 1 десятая. Ну, значит... Сейчас. Наоборот, нужно сказать, что она не больше, нужно сказать, что она меньше, чем 1 десятая. Вот. Значит, вся эта штука, вся эта производная, она меньше, чем минус... 9 десятых. Правильно? Следовательно, V2 просто строго убывает. Следовательно, имеет ровно 1, 0. Значит, у нас таким образом сохраняется ровно одно положение равновесия. Оно может сдвинуться, естественно. Вот мы были здесь, а стали здесь. Но при этом нетрудно показать, что сдвинется оно на самом деле недалеко. Чем меньше мы будем выбирать эпсилон, тем меньше расстояние между сдвинутым положением равновесия и исходом. И оно остается одно. Давайте дальше посмотрим, оно будет устойчивым или неустойчивым. Значит, следующее у нас свойство – это устойчивость. Значит, исходное было устойчивым, а новое какое будет? Значит, может ли такое быть, что оно вдруг перестанет быть устойчивым? Кажется, что нет, потому что если отклоняемся влево, то у нас производная положительная, угу. Если вправо, то отрицательная. Значит, мы как бы возвращаемся в изначальное положение. Угу. Да, значит, просто опять же в силу убывания вот этой функции, понятно, что все траектории левее, они будут двигаться вправо, да, просто потому что убывающая функция, строго убывающая функция, она положительно, ну, как бы, если она меняет знак с плюса на минус, значит, она левее нуля положительно, правее отрицательно. Здесь будет, наоборот, вот такая вот динамика.
Ну, формально можно было бы сказать, что просто там применить теорему Липунова об устойчивости по первому приближению и сказать, что поскольку V2' вот в этом самом новом положении равновесия меньше, чем минус 9 десятых, а мы тут уже выяснили, что оно вообще везде будет меньше, чем минус 9 десятых, меньше нуля, и это означает, что просто по теореме об устойчивости по первому приближению оно будет устойчивым. Да? Ну, понятно, у нас система одномерная, поэтому наша матрица линеаризации – это просто одно число. И оно же является своим собственным значением. И если эта штука отрицательная, то вот мы, у нас и есть, мы находимся ровно в том сюжете, когда все собственные значения находятся в левой полуплоскости. Оно одно, и оно находится в левой полуплоскости. Значит, по теореме устойчивости получается устойчивое положение равновесия. Ну и как мы только что, значит, устойчиво там асимптотически. Ну и опять же, из вот этой картинки, из свойств монотонности видно, что все траектории стремятся к этому положению равновесия. Вот. То есть, смотрите, что получается. Весь наш список качественных свойств системы сохраняется при малых возмущениях. Если мы под малостью подразумеваем вот малость самого возмущения, малость его производной. И мы будем всегда именно этого требовать. Мы будем всегда требовать, чтобы у нас маленькость возмущения была бы, как говорят, в C1 топологии. Не только само по себе значение функции, но и значение производной должно быть маленьким. Вот. И, в общем, короче говоря, что мы можем сказать? Мы можем сказать, что все качественные свойства вот этого уравнения, они сохраняются при малых возмущениях. Почему это хорошо? Ну, это означает, что если наша реальность задается не в точности этим уравнением, а каким-то приближением, и если это приближение не слишком далеко находится от нашего настоящего уравнения, то, по крайней мере, качественные свойства, по крайней мере, можно ожидать, что качественные характеристики нашего уравнения сохранятся. То есть, что они будут, что все эти вот качественные выводы, которые мы здесь сделали, они относятся не просто к нашему уравнению, а они относятся к некоторой, как бы это сказать, ко всем близким уравнениям тоже. Ну и значит, к реальности, в общем, можно ожидать, по крайней мере, есть надежда, что и к реальности они тоже будут относиться. Вот, и это хорошо. Вот это свойство как раз называется структурной устойчивостью. Свойство сохранять свои качественные свойства при маленьких возмущениях. Чуть попозже мы дадим аккуратное математическое определение, но смысл именно такой. Вот. Давайте посмотрим на какие-то другие примеры. Ну вот смотрите, понятно, что если бы у меня здесь было бы написано не минус x, а здесь какое-нибудь другое число стояло бы, да, там минус 1 вторая x, или наоборот, плюс 1 вторая x. Понятно, что весь сюжет был бы абсолютно таким же. Ну, только, допустим, если у меня здесь был бы не минус x, а плюс x, здесь бы устойчивость заменилась бы на неустойчивость, а здесь стремление бы было бы тоже в другую сторону. Не к этому положению равновесия, а наоборот, от него. Там еще нам-то другое выбрать придется. Ну, да, да, в зависимости от того, какой здесь стоит коэффициент, действительно, вот этот вот эпсилон нам пришлось бы, может быть, поменять. Но вот в этом сюжете, когда мы спрашиваем, правда ли, что некоторая система структурно устойчива, порядок квантеров такой. Мы задаем вопрос, правда ли, что найдется такой эпсилон, что для любого W качественные характеристики сохранятся. Давайте я это сформулирую как некоторое неформальное определение. Значит, система x точка равняется v от x называется структурно устойчивой.
Если существует такое эпсилон больше нуля, что для всех W, таких, что норма W меньше эпсилона и норма производной тоже меньше эпсилона. Значит, ну, поскольку у меня... Сейчас я пишу в общем виде. Я здесь пишу там не модуль W от X, а я просто пишу, что некоторая норма этого самого W меньше эпсилона. Можно думать, что это всегда там супремум, супремум модуля от X. А здесь то же самое, только с производной. Ну, там с производной это линейный оператор. Нужно будет ввести какую-то норму для линейных операторов. И тоже, значит, потребовать, чтобы эти самые производные были маленькими. Значит, если вот это выполняется, то качественные характеристики уравнения x точка равняется v от x совпадают с качественными характеристиками уравнение x точка равняется v от x плюс w от x. Значит, неформально, ну так, чуть-чуть менее формально говорят, что, значит, говорят, что эти характеристики сохраняются при малых возмущениях. Вот, соответственно, я говорю, что, в принципе, любое уравнение вот такого вида, x точка равняется там лямбда x, при лямбда не ноль, является структурно устойчивым. Значит, рассуждения такие же, как были сейчас в примере, когда лямбда равнялась минус единице, но эпсилон... Эпсилон нужно будет подбирать под лямбду. Для каждой лямбды здесь будет свой эпсилон. Вот. Ну хорошо, а можете привести пример уравнения, которое не является структурно устойчивым? Может, они все такие? Центр. Центр, да. Центр действительно не является структурно устойчивым, но там для того, чтобы это показать, нужно немножко повозиться. Давайте уравнение попроще. Вот давайте я хочу одномерное уравнение. И давайте, значит, по-прежнему x принадлежит R1. Значит, понятно, что вот в классе линейных уравнений я ничего такого хорошего не найду. Ну, хорошо, можно, конечно, взять просто уравнение x точка равняется нулю. Оно, конечно, не структурно устойчиво, но это какой-то совсем вырожденный пример, просто полностью нулевое уравнение. Давайте какой-нибудь менее тривиальный пример. Значит, по крайней мере, понятно, что, ну, вот если мы думаем, как мы будем, как будет устроена правая часть, она обязана быть нелинейной. Значит, вот этот вот линейный член должен равняться нулю. Ну, давайте возьмем следующий член там, в тейлоровском разложении. Давайте посмотрим на то, что будет происходить, если у меня просто уравнение будет типа x точка равняется x квадрат. Значит, я опять нарисую такую штуку. Правая часть нашего уравнения, она будет выглядеть просто как парабола. И как у нас устроена динамика? Значит, как у нас есть положение равновесия в нуле. А как устроена динамика относительно этого положения равновесия? Что происходит с другими фазовыми кривыми? Ну, оно неустойчивое. Оно неустойчивое. Ну, на самом деле, тут посмотри, с какой стороны смотреть. Значит, оно неустойчиво справа. Да, у нас все движется вправо. На самом деле у нас все всегда движется вправо здесь, кроме самого положения равновесия. Да, и получается такая, это называется полуустойчивая особая точка.
Она вот как бы слева устойчива, к ней все стремится, а справа, наоборот, неустойчива, от нее все убегает. И давайте посмотрим, какие, значит, здесь есть характеристики. Значит, есть одна особая точка. Она полуустойчивая. Слева все приближается. Справа убегает. Ну, вот так можно охарактеризовать эту систему. Ну, а теперь вопрос. А что, значит, что будет происходить при малых возмущениях этой системы? Какие свойства будут сохраняться? Там будет существовать положение равновесия. Обязательно оно будет существовать? Кажется, что не обязательно. Значит, как убрать это положение равновесия вообще? Ну, нам нужно, чтобы W была просто больше нуля всегда. Угу. Да, можно просто взять такое возмущение. Значит, давайте теперь рассмотрим просто такое возмущение. X точка равняется x квадрат плюс a. При a положительных у нас будет уравнение, при котором, ну, фактически что происходит? У меня вот эта вот парабола, она просто сдвигается вверх. Ну, вот это x квадрат плюс a. И как устроена в этом случае динамика? Все траектории всегда движутся вправо. Угу. Да, у нас динамика становится просто вот такой вот. Фактически остается только одна фазовая кривая, и это просто движение слева направо. Оно, конечно, будет вот здесь вот замедляться, но останавливаться не будет. Это означает, что у нас нет положения равновесия. И заметьте, что значит, вот это вот А мне достаточно потребовать просто, чтобы оно было положительным. То есть вот это вот возмущение, оно в данном случае просто тождественная функция, тождественная константа. И если она маленькая, то она автоматически удовлетворяет нашему вот этому вот условию маленькости. Потому что производная у нее просто равна нулю. Поэтому достаточно потребовать просто, чтобы а было бы меньше эпсилона, но поскольку эпсилон положительное число, то мы можем выбрать а положительное. Ну, давайте рассмотрим и оставшиеся случаи при а меньших нуля. Что происходит? Два положения равновесия. Да, здесь возникает вот такая вот штука. Значит, у нас возникает два положения равновесия. Одно из них оказывается устойчивым, а другое неустойчивым. То есть, как бы можно сказать так, что при изменении параметра происходит следующее. Если мы изменяем параметр в одну сторону, то положение равновесия вообще исчезает. Если мы изменяем параметр в другую сторону, то положение равновесия распадается. Значит, у нас было полуустойчивое положение равновесия, оно распадается в пару устойчивое и неустойчивое. Вот. Вот. Давайте посмотрим теперь, значит, какие свойства сохраняются вот у этого уравнения при малых возмущениях. Никакие. Никакие. Ну, по крайней мере, из тех, которые мы здесь перечисляли, может быть, можно придумать какое-нибудь свойство. Да, например, что если мы стартовали достаточно далеко вправо, то дальше мы будем двигаться вправо. Вот это свойство, может быть, и сохранится. Ну, не может быть, а точно сохранится. Но, по крайней мере, среди тех свойств, которые мы перечислили, ни одно не сохраняется. Особая точка может, значит, она была одна, а может их стать либо две, либо ни одной.
И понятно, что дальше уже про устойчивость говорить довольно бессмысленно. Значит, таким образом, это пример системы, которая не является структурно устойчивой. Значит, на самом деле, если мы теперь рассмотрим вот такое семейство, собственно говоря, с которым мы уже сейчас только что столкнулись, можно посмотреть на него таким, с помощью такого взгляда. Значит, вот у нас есть семейство x точка равняется x квадрат плюс a. Давайте сейчас думать про вот это a не как про возмущение, а как просто про параметр семейства. То есть вот у нас есть набор дифференциальных уравнений, которые отличаются просто выбором вот этого a. Давайте посмотрим, при каких значениях параметра a получающееся уравнение является структурно устойчивым, а при каких не является. Значит, вот, допустим, у меня A отрицательное. Ну, а что тогда у меня происходит? У меня тогда динамика устроена как-то вот так. Вопрос. Вот такая система является структурно устойчивой? Да. Ну да, является, потому что мы можем, если у нас какая-то система близка, то, в общем, можно применить то же самое рассуждение, которое мы применяли к уравнению x точка равняется минус x. Вот здесь вот. И, в общем, понятно, что динамика останется, какой была. Значит, у нас есть два положения равновесия. Они по-прежнему останутся двумя положениями равновесия. Значит, они могут чуть-чуть сдвинуться. Но понятно, что ничего качественно не поменяется. И это легко доказать, пользуясь такого же типа рассуждениями, как мы только что проводили. Значит, поэтому при отрицательных а, при а меньше нуля, да. При положительных а, ну, тут тоже все довольно просто. Значит, у нас наша динамика устроена вот так, исходная система. Значит, если я ее немножко пошевелю, что произойдет? Ну, понятно, что если как бы размер шевеления выбирать меньше, чем вот этот зазор, то, опять же, ничего не поменяется. Вот у меня была какая-то такая система, стала такая система, все равно динамика осталась, какая была, такая осталась. Динамика просто движения вправо. Значит, тоже ничего не поменяется. И единственное значение параметра а, при котором система не является структурно устойчивой, это при а равном нулю. Как мы только что выяснили, это как раз уравнение x точка равняется x квадрат. Значит, вот в этой ситуации говорят, что... Давайте тоже такое определение. Значение, значит, если при изменении параметра система перестает быть структурно устойчивой, и качественно меняет свой фазовый портрет. Говорят, что в системе происходит бифуркация в семействе. Значит, это называется бифуркация. А соответствующее значение параметра называется бифуркационным.
Вот. Ну, собственно говоря, вот как мы сейчас можем вернуться к нашему примеру с x точка равняется x квадрат плюс a. Да, что здесь происходило? Ну вот, допустим, я меняю a от отрицательного к положительному. То есть это означает, что у меня все происходит примерно так. Значит, вот у меня a было отрицательным, у меня была вот такая система, она структурно устойчивая. Я меняю значение параметра. У меня вот эта парабола ползет вверх. Значит, вот здесь было какое-то а отрицательное. Потом у меня будет какое-то а тоже отрицательное, но побольше. Значит, вот при переходе отсюда сюда качественно никаких перестроек не происходит. Как были две особые точки, так и остались две особые точки. Но потом в какой-то момент мы доходим до состояния а равняется нулю. И в этот момент происходит бифуркация. То есть, например, у меня вот здесь были две особые точки, стала одна особая точка. Поменялась качественные характеристики фазового портрета. Ну и дальше я меняю значение параметра, и у меня вообще исчезает моя особая точка. То есть, когда мы говорим про качественные характеристики, они, поскольку они качественные, то есть это какие-то типа ответы на вопросы, там, да или нет. Понятно, что за счет того, что они имеют вот такую природу, меняться они могут тоже только скачкообразно. Да, у вас, допустим, было положение равновесия, потом бац, и не стало его. Соответственно, несмотря на то, что параметр у нас меняется непрерывно, в какой-то момент качественные характеристики меняются вот так вот скачкообразно. Ну, они просто по-другому меняться не умеют. Вот. И в этот момент говорят, что происходит бифуркация в динамической системе. Там, в системе с задаваемым дифференциальным уравнением. Вот. Как понятна ли терминология? Хорошо. Значит, давайте теперь попробую сформулировать все то же самое, значит, навести некоторую математическую формализацию на вот эту вот науку. Ну, собственно говоря, чего мы хотим? Вот мы бы хотели бы как-то сформулировать, что означает, что качественные свойства сохраняются. То есть вот, например, вот здесь вот мы для конкретно вот этой системы мы придумали, просто выписали какой-то набор качественных свойств, и дальше про эти свойства стали задавать вопрос, там сохраняются они или нет. Но хочется какое-то универсальное определение, которое бы не требовало бы вот этого вот ручного действия, когда мы пытаемся явно охарактеризовать как-то фазовый портрет нашей системы. И тут нужно дать несколько определений. Значит, первое определение отображения фи из какого-нибудь множества x в какое-нибудь множество y. Ну, давайте сейчас думать про то, что множество x и y это просто подмножество каких-нибудь n-мерных или m-мерных пространств. Но на самом деле не очень важно, кто такие x и y, важно, чтобы на них была то, что называется структура топологического пространства. Ну, неважно. В общем, короче говоря, пусть это будут просто области в Rn и Rm. Значит, это отображение называется гомеоморфизмом. Если... Во-первых, оно обратимо. И оба отображения φ и φ в минус первый являются непрерывными. Значит, давайте я приведу пример.
Вот давайте рассмотрим такое отображение, которое отображает нам отрезок, ну вот не отрезок, а вот такой полуинтервал от 0 до 2 π отображает в окружность. А именно работает оно так. Фи от x равняется косинус x синус x. Ну, то есть мы просто, значит, вот здесь у нас на вот этом полуинтервале у нас есть произвольная точка x, и мы отправляем эту точку в точку на окружности, которая просто определяется своим углом. Значит, эта штука – это подмножество R2. Эта штука – это подмножество R1. Вопрос, является ли фи гомеоморфизмом? Значит, гомеоморфизмом, значит, у меня вот это вот, это множество Y сейчас, именно окружность. А x – это, соответственно, вот этот вот полуинтервал. Гомеоморфизмом. Является или нет? Ну, давайте смотреть, значит, чего мы хотим. Во-первых, мы хотим существование обратного. И является ли это отображение взаимно однозначным? Правда ли, что каждой точке этого полуинтервала ставится в соответствии ровно одна точка окружности? Правда ли, что можно в обратную сторону сделать отображение? Да или нет? Да. Является. Окей, это верно. Является ли наше отображение непрерывным? Иными словами, да. Правда ли, что близкие точки здесь переходят в близкие точки здесь? Является. Является ли обратное отображение непрерывным? Нет. Почему? Ну, на около нуля в окружности близкие точки переходят в дальние. Да, да, действительно. Значит, вот можно взять две близкие точки, которые... Одна будет чуть-чуть больше нуля, а другая будет, наоборот, чуть-чуть меньше нуля. И одна из них, вот эта вот верхняя точка, она перейдет в начало нашего отрезочка, а вот эта нижняя точка перейдет в конец отрезочка. Ну, собственно говоря, ну и понятно, что здесь нет никакой непрерывности, потому что если я, например, буду устремлять, допустим, вот эту верхнюю точку к нулю, сейчас лучше не верхнюю, давайте так, вот сам по себе ноль в обратную сторону, он переходит вот сюда, да? А наоборот, какую-то точку снизу, если я буду устремлять к этому самому нулю, то она будет стремиться вот сюда, вот к правой половинке нашего интервала. И понятно, что здесь нет никакой непрерывности. Ну, собственно говоря, можно про это думать так, что вот это наше отображение, оно, как оно устроено. Но мы взяли вот этот вот полуинтервал и его, значит, свернули вот так вот окружностью, а потом вот здесь вот приклеили. Клеим. У нас получилась такая окружность. Но понятно, что когда мы действуем обратным отображением, то чтобы сделать из окружности вот этот вот полуинтервал, нам нужно эту окружность вот в этой точке взять и разрезать. Разрезать и так развернуть. Ну и понятно, что вот как только у нас возникает какая-то необходимость сделать какие-то разрезания, ну то есть либо в одну сторону у нас происходит что-то типа склеивания, а это автоматически означает, что в обратную сторону, чтобы делать обратное отображение, нам нужно будет, наоборот, что-то разрезать. Вот как только у нас возникают такие склеивания или разрезания, это означает, что у нас не гомеоморфизм, несмотря на то, что это взаимно однозначное отображение. И несмотря на то, что само отображение фи у нас оказалось непрерывным. Вот. Ну, в общем, нам сейчас понадобится гомеоморфизм. Значит, давайте я дам следующее определение. Значит, если вопросов про гомеоморфизм нет, нет вопросов. Следующее определение.
значит, системы x точка равняется v от x и y точка равняется u от y, называются орбитально-топологически эквивалентными. И если существует гомеоморфизм H, значит, H отображает X и Y, такое, что под действием H фазовые кривые уравнение x точка равняется v от x переходят фазовые кривые нашего уравнения y точка равняется u от y с учетом направления движения. Давайте я нарисую картинку, иллюстрацию к этому определению, а то так оно выглядит слишком абстрактно. Значит, вот представьте себе, что у меня есть две системы. Значит, вот у меня одна система, здесь она как-нибудь хитро устроена. Ну, давайте я тут... Пусть у меня здесь будут какие-нибудь... Так, нет, это что-то у меня не так, так не бывает. Вот так давайте. Что-нибудь в таком роде. И здесь в другом месте есть, значит, вот здесь вот у меня живет координата x, и у меня есть другая система, у которой другой фазовый портрет. Ну, допустим, он вот такой. Значит, что-нибудь вот в таком вот стиле. И я хочу сказать, что... Ну, хорошо, давайте я еще здесь отдельно положение равновесия нарисую тут и отдельно положение равновесия тут. Значит, я хочу сказать, что вот эти две системы будут орбитально-топологически эквивалентными. Если можно, как бы вот фазовое пространство одной системы каким-то гомеоморфизмом, то есть какими-то искажениями, но исключающими разрезание и склеивание, перевести в фазовый портрет другой системы. То есть так, чтобы, например, вот я хочу такое отображение, которое мне, скажем, вот эту вот замкнутую петлю, ну, такую почти замкнутую петлю, переведет вот в эту замкнутую петлю. Да, там вот эту вот точку переведет вот в эту точечку. Вот эту траекторию, которая стремится к этой точке, переведет вот в эту траекторию, которая стремится к этой точке. И так далее. Если такое отображение найдется, которое переводит один фазовый портрет в другой фазовый портрет, то мы можем думать про то, что на самом деле фазовые портреты, в общем, в некотором смысле одинаковые. Просто один получен каким-то таким вот искажением другого. Но, по крайней мере, с точки зрения такой грубой геометрии, с точки зрения топологии, они устроены одинаковым образом. В частности, у них одинаковое количество, допустим, положений равновесия, у них одинаковая там, устойчивость этих положений равновесия и так далее. Все, что можно охарактеризовать вот таким вот качественным образом, оно все должно сохраняться. Соответственно,
мы говорим, что система называется орбитально-топологически ковалентным, если у них вот так вот в некотором смысле качественно совпадают фазовые портреты. Формально это формальное утверждение, вот, что есть гомеоморфизм, который переводит один фазовый портрет в другой. То есть фазовые кривые одного уравнения переходят в фазовые кривые другого уравнения с сохранением стрелочек. Как? Понятно ли определение? А можно ли как-то просто понять, существует ну, короче, это отображение или нет? Значит, скорее можно просто понять, что его не существует в тех случаях, когда его не существует. Например, ну вот давайте представим себе, что у меня есть две системы. Вот одна система, у одной системы вот такой фазовый портрет, а у другой системы, ну, скажем, вот такой фазовый портрет. Давайте поймем, что не существует гомеоморфизма, который бы одни фазовые кривые переводил в другие фазовые кривые. Ну, почему так? Значит, ну, например, давайте посмотрим на вот эту вот фазовую кривую. Да, мне нужно, чтобы... Значит, ну, во-первых, понятно, что вот эта вот фазовая кривая, она состоит из единственной точки. Она гомеоморфизмом тоже перейдет в какую-то другую точку. Значит, вот эта другая точка обязана быть фазовой кривой. И поэтому никуда не денемся, если этот гомеоморфизм существует, то он обязан перевести вот это единственное положение равновесия, раз оно одно, он обязан перевести вот в это единственное положение равновесия, никуда не денется. Теперь давайте посмотрим, куда можно перевести вот эту, значит, вот эту вот фазовую кривую. Ее нужно перевести в какую-то из двух фазовых кривых, либо вот эту, либо вот в эту. Да, ну давайте смотреть. Допустим, я буду переводить вот эту фазовую кривую, скажем, вот в эту фазовую кривую. Ну, что это означает? При этом я должен сохранить направление стрелочек. То есть это означает, что если я беру здесь две точки, например, вот одна точка, вот другая точка, вот эта точка первая, вот эта вторая. Значит, под действием гомеоморфизма вот эти точки перейдут куда-то, и они должны, значит, чтобы вот эта стрелочка сохранилась, эта стрелочка у меня сейчас идет от первой точки ко второй. Значит, вот это свойство должно сохраниться. Значит, давайте я скажу, что вот пусть у меня вот эта точка переходит, допустим, куда-то сюда, а вот эта точка переходит куда-то сюда. Да, соответственно, вот так будет действовать мое отображение. Какая проблема здесь возникает? Непрерывность. Непрерывность. Где нарушается непрерывность заведомо? Около устойчивой точки? Около вот этой устойчивой точки, да, потому что видно, что у меня, если я буду рассматривать предел, когда вот точка здесь приближается к вот этой особой точке, то, по идее, ее, предел ее образа тоже должен приближаться к пределу вот здесь. А он, зараза, не приближается, потому что мы убегаем куда-то сюда. Ну и аналогичным образом можно показать, что вот эту штуку нельзя отобразить сюда, ну, ровно по той же причине. Если мы хотим сохранять стрелочку, то это означает, что мы должны были бы единицу перевести сюда, а двойку вот сюда. Ну и возникла бы ровно та же проблема с непрерывностью. Поэтому здесь мгновенно видно, что, например, если у меня есть единственная особая точка, и она поменяла устойчивость, значит, здесь устойчиво, здесь неустойчиво, то никакого гомеоморфизма нет. Ну и на самом деле есть много таких качественных инвариантов вот этого самого вот этого соответствия. То есть можно проверить про разные штуки, можно проверить, правда ли, что они одинаковые в обоих системах. Например, понятно, что количество положений равновесия должно быть одинаковым, потому что вы каждое положение равновесия должны отправить в какое-то другое положение равновесия. И, значит, и при этом это должно быть взаимоодназначное отображение. Значит, их количество не должно поменяться. Ну и так далее. Поэтому, как правило, легко понять, что гомеоморфизма нет. Доказывать, что гомеоморфизм есть, немножко сложнее. Но это можно делать как-то руками. У вас там на семинаре будет пример задачки, где вы это сделаете ручками. Вот. Ну, давайте...
Давайте я дам последнее определение, собственно говоря, ради которого все это и затевалось. Значит, система x точка равняется v от x называется структурно устойчивой. Это теперь уже аккуратное определение. И если существует такое эпсилон больше нуля, что для всякого возмущения W, ну, опять же, мы требуем, чтобы это было C1 маленькое возмущение, значит, допустим, норма W меньше эпсилон и норма его производной меньше эпсилон. Значит, если вот это выполняется, то система x точка равняется v от x плюс w от x орбитально топологически эквивалентна исходной системе. То есть, иными словами, если я добавляю маленькое возмущение, то орбитально-топологический тип моей системы не меняется. То есть возмущенная система оказывается орбитально-топологически эквивалентной исходной. То есть, грубо говоря, качественно у нее сохраняется геометрия фазового портрета. Ну, или если быть более точным, то топология фазового портрета сохраняется. Как бы сохраняется то, что сохраняется при непрерывных деформациях. Вот. Ну и вот это вот формализация нашего понимания того, что такое, что сохраняется качественные свойства. Ну, собственно говоря, мы уже видели на вот этом примере, что, например, обязана сохраняться устойчивость положения равновесия. Опять же, мгновенно следует, что обязано сохраняться количество положений равновесия. Например, если у вас была система вот такая, допустим, где было положение равновесия, и система, где нет положения равновесия. Ну, понятно, что никакого гомеоморфизма, который переведет одну систему в другую, вы не придумаете. Ну, в данном случае у вас просто разное количество траекторий, но даже если бы это было бы, допустим, какая-нибудь система вот такая вот, уже с двумерным фазовым портретом, значит, вот одна система и вот другая система. Какая-нибудь, допустим, вот такая. Но, опять же, вы не можете придумать никакого гомеоморфизма, который бы перевел фазовый портрет одной системы в фазовый портрет другой системы, просто потому что вам нужно перевести положение равновесия, это траектория, вам нужно перевести ее в какую-то другую траекторию. Но это означает, что другая траектория тоже должна состоять из единственной точки, потому что вам нужно, как бы вам нужно, чтобы траектории переходили в траектории целиком. Не в кусочек траектории, а прямо вот в целиком в траекторию. И это означает, что вот здесь должна была бы быть траектория, которая состоит из единственной точки, а ее нет. Ну все, значит, потеря особой точки приводит к тому, что у вас система перестает быть орбитально-топологически эквивалентной. И так далее. То есть в некотором смысле, ну вот это такой довольно хороший способ, вот эта орбитально-топологическая эквивалентность, это такой хороший способ формализовать представление о том, что означает, что система сохраняет качественно свои свойства. Вот. Ну вот, значит, такая история. На следующей лекции мы еще поговорим про бифуркации, про структурную устойчивость на чуть более сложном примере. У нас пока что был очень простой пример, то есть мы обсудили одну бифуркацию, вот такую. Значит, эта бифуркация, у нее есть специальное название, она называется седлоузловой бифуркацией или бифуркацией складки. Значит, почему она седлоузловая, это там, отдельная история, нужно двумерную картинку нарисовать. Вот. Ну, в общем, такая вот, или бифуркация параболического, как параболическая бифуркация, ну, в общем, разные названия есть. Вот. Но в следующий раз поговорим про более сложную бифуркацию, бифуркацию Андроновна Хопфа. Вот. Есть ли еще какие-нибудь вопросы?
Окей. Так, ну если вопросов нет, тогда все на сегодня. Спасибо. Да? Спасибо, до свидания. До свидания.